Теплая. Купаться можно. А сейчас плюх и все. Сижу. Всем привет! 20 апреля, суббота. Сегодня мы завершаем парновку подсолнечника. Парновку башню мы закрыли 2 дня назад. И сегодня был приказ закончить подсолнечник и выехать на парновку многолетних трав. Вот. Короче говоря, 2 двадцаточки только у нас в строю. Остальные уехали все на парновку и на разбрасывание удобрений. На 12.21 шпарим, короче, почти 15. На 12.21 поставили радиатор от 15.23, но возникла проблема, капот не влезает. Вроде говорили, что низ чуть-чуть подрезать и нормально, но он вверх не влезает. Напишите комментарий. Ставили кто на 12-ку с 15-23 радиатор, и что нужно сделать, чтобы родной капот подошел. Вот. У нас что-то пока ничего не получилось, но в итоге оставили пока без капота 12-ку. У нас будет только мешки с КАМАЗа брать и высыпать, соответственно, в разбрасыватель. 12-20 будет на разбрасывание, 82-ка на парновке в один след. Короче, они поедут на зимку. Все, мы вот уже... Что там, Славка берет до конца, нет? Ладно, пусть он сейчас возьмем. А мы поедем... Тут вот поле не соседнее, а это одно поле, но на нем делянка есть. Гектар 15, наверное, озимый. Гектар 15 костра многолетний. На него заскочим, потом 50 гектар около пруда. И еще 10 или 20 гектар тоже на соседнем поле, но в другой стороне. Короче, надо костер еще сегодня добить. Только что отобедали. Сделали вот по 2 круга. И все. Можно сказать, что подсолнечник закончен. Завалили все палки. Так, друзья, заезжаем потихоньку. Посмотрим, будет ли щипать, нет. Костер. Короче, все, мы закончили. Не, тут не проедем. Тут даже и дергаться нечего, овраг глубокий. Змея, змея! Да я пошутил. Вон там он есть и так. Где-то раньше перепрыгивали вот этот овражек. Долик. Где, не знаю. Просто нам надо вон туда, вон на костер перескакнуть, ехать через верхний, потом на нижний пруд, и после нижнего там уже вот этот дол бежать не будет, потому что пруды закрыты, и там перепрыгивать. А это порядка, наверное, километр туда, а потом все равно обратно. Тут можно потом выехать на поле-то. Не, тут увязнет.
проваливается, как болото. Утонет. Теплое. Купаться можно? Поедем через пруды. Рисковать не будем. Все равно не пройдем здесь. Утонет. Я-то, может, и проскочу, но нет, не получится. Короче, поедем. Вдоль наших полей, вдоль прудов и на ту сторону. Славка пошел. Вон где. Короче, засел. Здесь я проходил, но, видать, еще лед был замерзший внизу и не растаявшая земля. А сейчас плюх и все. Сижу. Ну и проходил я в другом направлении.
друзья. Вот так вот выглядит СГВ-15 в сложном состоянии. Редко мы их очень складываем, потому что это немножко муторно. Поэтому мы все перегоны осуществляем в разложенном состоянии, в рабочем. Еще по одной причине, которую я уже ранее говорил. Вот так вот. Складывается все аккуратненько. И погнал. Короче. Все, едем. Потихонечку домой. Как раз конец смены. Друзья, ну вот и все. Закончили сезон бронования. Ушло ровно неделя. Санек был в субботу, на выходных мы начинали. И сейчас заканчиваем тоже суббота. Так что прошла ровно неделя. 1300 плюс-минус там 50 гектар пашни. Потом еще, не помню сколько, 600 или 700, наверное, подсолнечника. Ну, короче, в общей сложности 2500, из них 1300 это пашня, потом пар гектар, наверное, 150, 100 гектар многолетки и остальное подсолнечник. Короче, 2500 где-то около этого предела было забарновано. 7 дней мы ходили в дневную, 2 двадцатки работали на ура, без простоев. Там еще местами ДТ помогал. ДТ где-то из этого дня 4, наверное, в работе был. И 4 ночных смены. 2 смены, 2 двадцатки ходили, и 2 смены, 1 двадцатка. Вот так вот, короче. Но в среднем где-то на пашне получалось 80 гектар на один трактор МТЗ-20-22. День было 100, день было 70, 90, но средний 80, это железно прям. Вот такая вот производительность. Короче, 2500 мы покрыли весенним барнованием в закрытии влаги. Теперь готовимся к посевной, готовим сеялочки, готовим трактора, кое-где какие-то недоработчики устранить. Но таких критичных нету. Прям если сеялки готовы, завтра заводи и ехать. Но нужно там помыть все сейчас, отмыть, кое-где штуцерок там на обратку на топливный подтекает, надо шайбочки притереть. То есть вот такие моменты там, кое-какие сопли буду брать. А так, в принципе, трактор в боевой готовности, продул и погнал. Ну там помазочка корня, пальцы, вот эти все мелочи. Нужно заниматься, заниматься сеялками, посмотреть подшипники, помазать сеялки. Ну, в общем, лапы наточить. Какие заменить? Короче, 3 дня у нас есть на эту подготовку. Будем подготавливаться. А завтра, наверное, ролик начнем с того, что буду мыть 20-ку. Вот. А там по времени посмотрим. Если будет у меня свободное время, как сеялки подготовлю, то кабину еще пройду кое-где герметиком. Если не будет, то придется так дальше шпарить. В принципе, не критично, но хочу, чтобы вообще пыли не было. Местами она надувается из-за устаревших уплотнителей. Будет время, поменяю. Короче, вот так вот, все нормально. 2 двадцатки, в принципе, на них надежда была возложена большая. И проработали они хорошо. Блин, палец там бочком нежелательно с этим орудием ездить под уклоны. Палец, в принципе, должен выдержать и брус, но все-таки такая махина, может и сворачиванию поддаться мой металл. Ничего, нормально. Ну все, короче, мужики сегодня начали кидать минералку. Раньше не могли, потому что на заводе она что-то вот закончилась, да и особо некогда было нам. Ну сейчас раскидает минералку на зимку и заварнует след. Все нормально. Короче, едем домой. Так что поставьте лайк, прокомментируйте, обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будем готовиться к посевной. Всем пока, до скорых встреч.